сухая елка. Идет. Ну давай. Уголок. Так, наверное, да? Сухая елка, да. Ну, там, сотку мы ставили. 2,5. Раз сосна, прямо чистенько, ровненько все получается, аккуратно. Да. Сосна мягенько прошла прям вообще, да? Здорово. Ну, скорость подачи 60 метров была. Вот, опять три резал. Сейчас новый эксперимент. Вот такую сучковатую горбылину сейчас попробуем запустить на максимальной скорости. Посмотрим, что получится, как она обработает ребухами, прижимами ее. Пролетело, даже не заметила. Только сучки поотлетали, да? Вот, они выпали вот здесь вот, сучки. Но. Есть там еще сучки. То есть аспирация работает, опилки удаляются, а кусковые отходы отдельно падают. Вот так вот, да. Вот. Ну, что сказать, просто здорово, да? На максимальной скорости и не заметила даже этих неровностей, сучков.